Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Так считает Дональд Трамп. Он уверен, что это поможет решить целый ряд вопросов, в частности и украинские. Президент США прокомментировал в Твиттере критику в свой адрес из-за поздравления Владимира Путина с победой на выборах. Скандал разгорелся во вторник. Трампа тогда не критиковал разве что ленивый, а экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и вовсе предположил, что у русских, возможно, есть какой-то компромат на американского президента.